Че вы думаете вообще, что за условия? Да разобьез в голову? Без понятия. Нет. Что там в комментариях писали еще? Это ближе к тому, что типа, когда я с одним человеком пойду, чтобы у него был этот челлендж. А когда вас много, вот что тогда было? Больше убить, да? Первое место в топе. А сегодня у нас, у кого будет меньше всех смертей, кто-то забирает деньжата. Будет сложновато. Все, ГГ, я проиграл. Я тоже постоянно умираю. Не, вот, но если постоянно. Быть аккуратным, то можно выиграть. Да, поэтому да. Я думаю, это будет забавно. Не, проще в какую-нибудь вентиляцию спрятаться и там крысить всех. Ну, пожалуйста, вообще. Только не даст. Да мы не мираж играем. Заебись. Ой, я уже знаю, что я буду делать. Будет угарно, если вы будете бегать от противников. Да. А что еще делать? Либо сидеть в крысе где-нибудь. Это Б, уходим оттуда. Это Б? Убегаем, убегаем, убегаем. Убегаем с Б. Все, убегаем. А кто зевса, бьет, плюс полтинник дает. Типа, чтобы бонус, чтоб бонус был вам какой-то, чтобы вот, например, ты проиграл, тебе не так обидно было, но ты там двоих зевса убил, понял? Троих, может. А основной приз это какой? Основной приз это пятихатка за меньшее количество смертей, да? Года мой, а? Какая разница? Тут, кажется, за себя, братан. Блять, меня чуть желтый не убил. А правил уже никаких нету, да? А? Правил никаких нету? Например? Ну, например, нельзя это убивать друг друга и так далее. Блядь! Ну, хочешь, убивай. Ты просто кикнешься нахуй. Ты имеешь в виду своих убивать, типа, чтобы смерть считалась? Ну, да. Тебя же потом забанят просто. Ну, я двоих-то убить могу. Я только третьего убить не могу. Ладно, давай, я побежал. Удачно. Оу, плюс 50. О, Зевс. Так, фиолетовый плюс полтос. Чего говоришь? Да я тут подсчеты веду, блин. Не надо. Здорово. Смотрю, у тебя смертей мало. Тихо. Не надо. У меня первое место. Ой, там дефы. Чего? Я же там. Ты же там стоял, блядь. Я был уверен в тебе. Я думал, ты прикрываешь мою жопу. Меня затриггерило, я сплошастый. Я сейчас его мог зевса. Просто просрал 50 рублей, мороженых просрал. А в прошлый раз мы, ну, женьку оставили только на мороженое. А сейчас вообще ничего не оставим. Да ебать! Пытаюсь скрываться где-то, а не получается. Ноги сами идут, блядь, убивать. Фиолетовый дай зеленому голову, блядь. Не надо. Не надо. Он пятихатку у вас забирает, пацаны. Я еще никогда так аккуратно не играл. Ой, извини. Спасибо. Да-да, случайность. Да-да, что ты, блядь, я бежал, махал ножичком. Ой, блядь. Да-да, сись. Я не ту кнопку нажал, мисс Крик. Да-да. Ух, ебать, я то не пойду больше. Здорово. 30 секунд. Нет! Опа! Ой, что-то... Кнопки заели. Кнопки... Отстань от меня. К тебе уже идут, братан. За тобой выехали. Лен, стой на улице. Иди посмотри там. Там кто-то смотрит. Иди туда посмотри. А, он близко, блин! Не думаешь, что... Нет! Повезла, чувак. Я нашел золотую нишу. Че, Лен, куда пойдем? Да не, нормально. Лен. Да, но если бы ты сейчас зевса убил, это вообще, бля, шедевр был бы. Я тоже очень нервничаю. Я про тебя говорю, ты очень нервничаешь. Ну да, я знаю. Я пиццы хочу, понял? Есть очень. Я хочу пиццы. Противники думают, что за дауны в попсах сидят весь раунд, бля. А по-моему, просто Б зайдем, я отвечаю, там не будет сейчас никого. О, все ясно, репорт на. С тобой ясно, что ты. Да по-братски, дайте мне. Ля ты крыса. Сам не взял. Это что-то клавиши зажимает, ну сам понимаете, да? Ты прописался смертный приговор.
Пруника и банана. Через своего, блядь, через своего просто. Да не надо. Я думал, ты враг, правда. Бегут, 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 блядь. Чё, не надо? А, он. Ой, горю, блядь. Пока. Нет. Тух-тух-тух. Пацаны, мне страшно. А мне тоже. Почему мне страшно, блядь? Вам должно быть страшно. Ленка, иди воюй, покажи, кто мужчина здесь, давай. Ленка? Давай, носи. На 730 подписчиков покажи, какой ты мужчина. Будет 1000, покажу. На 1000, опа. Не меня, не меня, не меня! Слава богу. На нахуй, блядь. Опа! Опа, и Ленк мороженое заработал. Это Б? Убегаем, убегаем, убегаем. Убегаем с Б. Все, убегаем. Я с хипой, я тебя прыгаю. О, еще плюс 50 рублей. Вторая мороженка. Я мороженка. Он взорвался. Форест. Да ебать. Ебой. Да 150 рублей уже получил. Пиздец, вы грабите нахуй. Я больше вас не возьму, блядь. Бля. Я голос менять. Че в смысле? А че в смысле? Блять. Шлюха осталась. Высота. О, Ленк. Опа, еще 50. У меня уже 150. Килозик сам. У меня и так 150 было, а у тебя теперь 150. Ладно, пацаны, спасибо, пока. Бать! Ты что делаешь? Там двое не на надо. Медуз плёт. Не надо, пожалуйста. Меня это не считается, давайте нет. Давайте нет, это, он вообще не играет, это нечестно как-то. Или мне опять, как в той игре, считай, смерти не хватит. Ну у вас ничего пока. По дроп прилетел. По 250. Фиолет вообще может умереть. Я нашего чела специально. Убивай, убивай, давай, убивай. Умирай, фиолет, пожалуйста, убивай. Умри. Тебя умри, надо убить. Пожалуйста. И второго убивай, и ты 250 забираешь. Умри. Ой, блядь. Хорош. Классно, меня наш тиммейт опять вот этот волосок, в той игре, ну опять. А, ну, все, нормально. Пацаны, спасибо за челлендж, пока. Пока. Давайте, так, спасибо. Стоп. У меня 3. Так, у меня 2. Фиолетовый 2, 3 и 3, да. У меня 4. 3. 4. 3, обманщик. 3 мороженых у тебя. 4. Я записывал, не надо. 5. Сейчас посмотрю демку, блядь, ничего не получишь. Да, пошути уже. Ой, все, я поехал пиццу есть, давайте. Ладно, тогда давайте, я пошел. Спасибо. Давайте, пацаны, удачки. Удачи.